Где стреляют? У Егорыча вроде. Осторожнее. Лови тысячи бонусов каждый день в приложении «Магнит». Все, это конец. И дальше ничего не будет? Почему? У меня будет. И любовный роман, и детектив. А вам пока. Тысячи книг в новом приложении «Строки» от МТС. Читайте и слушайте книгу Али Хейзлвуд «Гипотеза любви» и другие эксклюзивы в «Строках». Внимание! При отравлении, аллергии и похмелье пора пить Полисорб. Плати через СБП. Получишь шанс выиграть 1 000 000 рублей к Новому году. И тут, и тут. И здесь. О, да! И даже здесь. В общем и целом, везде, где принимают СБП. Оплачивайте покупки через СБП и проверяйте выигрыш на сайте. Потрясающие ночные снимки со смартфоном Tecno Camon 19 Pro. Tecno. Что-то произошло? Ну, в общем, да. У капитана Балабина новое звание. Это Александр, сват мой. У меня от больших звездочек на погонах реп в глазах. Поэтому он стал еще жестче. Селишь его на сюда, пока я по-настоящему не стал нервничать. Еще наглее. Закусочка? И еще отчаянней. Держи. Ку-ку. Балабол 2. Смотрите по четвергам на НТВ. Я и мои кошки тут совершенно ни при чем. Бардак в делах. Бардак, абсолютно. Это наказание за нечестную игру. Порядок в голове. Отпечатки. Работать. Заткните там кошек, пожалуйста. Детективы с особым методом работы. Это не просто убийство. Это месть за что-то. Месть? Не пропустите. Глаза в глаза. По пятницам на НТВ Хит. Ну какое у тебя ко мне дело-то? Золотишко немного привез. Продать надо. Фрол дал ваш телефон, сказал, вы надежно поспособствуете. Это игрида. Так вот, привез мне 100 килограмм золотого песка, пытался продать. А есть при чем? Наверняка сталкивались со случаями хищения на производстве. Но с показателей по добыче золота начали падать. Я вот никак не пойму, то ли золота стало меньше, то ли его воруют. Золото будешь оформлять со мной. Надо было этого мальчишку найти. А кто он тебе? Сын. Золото Лагина. Смотрите с 10 декабря на НТВ. Хит.